чем они занимаются. У них есть сервис, который доступен каждому. Каждый может нажать на зеленую кнопочку в телефоне и решить свой вопрос. Все, что мы объясняем людям. Так, спасибо. Меня зовут Елена, я почти год уже медицинская служба. Меня пригласил взять к нам. Сам благополучно уехал в Тюмень. Сейчас я под крылом Александра. Он меня так все... Да, он женщин любит. Я писал свою игру, я сейчас отморозилась, сплю. Все, вот у меня все, я сама когда соберусь, тогда я вот думаю. Решение, в принципе, я приняла, знаете как? Когда мне Константин сказал, Щукин, говорит, хотите зарабатывать сотку в месяц, как минимум? Я говорю, а что, кто не хочет? Я сейчас попробую вот этот сервис сам, я так слежу. Ну, видимо, тогда уже Александр его, да, вводил, я так поняла, он ходил, он такой, он сейчас сам все чего-то там делал, чего-то там смотрел, статистику, видимо, какую-то, баллы, наверное, как я уже сейчас поняла. Ну, все, потом я принял решение. Человек, который вас приглашает, говорит, я сам еще не уверен, я потестю, да, какое у вас внутри впечатление? Это стоит или не стоит? Он сам еще не уверен. Ну,